что мы с вами познакомились с несколькими интерактивными формами за эти дни, с семинарами тренингового такого характера, вот с модеративным семинаром, в котором вы учились спрашивать о самих себя и отвечать самим себе. И, наконец, сейчас мы поработаем с очень интересной технологией, которая называется семантический конспект. Почему она важна для студента? Почему я не в закрытую, а в открытую хочу вам сейчас его предложить? Я хочу объяснить, как работает эта технология, и объяснить, почему она вам нужна. Сегодня так сложились обстоятельства, люди тому тоже виной, потому что не будем снимать с каждого ответственность. Сегодня так сложились обстоятельства, что у многих людей уже сформировалось клиповое мышление. Ввиду того, что информация нам подается нарезанной и упакованной именно в таком качестве и столько, чтобы мы с вами ели и делали так, как хотят те, кто опускает на нас свою рекламу и кто старается информировать и формировать о чем-то и формировать у нас определенные отношения к жизни, к себе. И ввиду формирования клипового мышления и взрослые, и дети оказываются неспособными к осмыслению серьезной информации, к сожалению. Ни в коем случае, сразу хочу сказать, нельзя разрешать себе съезжать на уровень клипового мышления. Этому можно противостоять. И педагоги должны противостоять и те, кто заботится о себе, думает о себе и желает стать успешным человеком, тот должен противостоять этому всяческими усилиями. Этому помогает чтение книг, в первую очередь, чтение книг, те, которые приносят вам удовлетворение. Разумеется, необходимые педагогические книги. Это упражнения в принятии информации, сортировании ее, анализе, критическом осмыслении этой информации, ну и потом сознательном ее использовании. Я очень хотела бы, чтобы вы в результате жизни сегодняшней не превратили себя в барашков, которые разрешают вести себя по жизни, тянуть вот на какой-то привязке, тянуть туда, куда хочется власть имущим. Мне очень хочется, чтобы вы продолжали оставаться субъектами своей жизнедеятельности. И вот на примере хотя бы Риардена или других успешных людей научились строить свою, выстраивать свою позитивную стратегию жизнетворчества и стали все-таки в своей жизни успешными людьми и на это нацеливали своих будущих детей. Поэтому я хочу вам предложить технологию, которая учит осмысливать, сортировать информацию и усваивать ее. Мы будем работать с текстом. Этот текст я нашла в интернете. Это письмо одного деда. Ну, не такой уж он дед-передед, там, столетний. Это сегодня-то я, например, могла бы быть не только вашей мамой, а и бабушкой достаточно взрослых уже внуков. Оставаясь при этом молодой и красивой, какой есть сама на самом деле. То есть сегодня бабушка и дедушка – это понятие такое относительное. Статус имеется в виду. Так вот, сегодня один очень сознательный дедушка написал такое письмо, в котором он указал, предъявил, можно сказать, требования к детскому саду. Он в своем этом письме охарактеризовал или назвал основные позиции, которые позволяют считать детский сад для своей внучки хорошим детским садом, тем, который необходим ей для благополучного развития. Нам нужно из этого текста выбрать самое-самое-самое главное, что позволит не только осмыслить вот эту информацию, но и выработать для себя принципы хорошего детского сада. Называется эта статья «Ровеснический детский сад». Ровеснический детский сад. Работать мы будем таким образом. Послушайте, пожалуйста, как мы будем сейчас с вами работать. Вначале вы просто прочитаете текст. Вы прочитаете, мы обменяемся мнениями. Затем у нас будут разные уровни, по крайней мере три уровня
переработки или обработки информации. Почему вы можете быть заинтересованы в использовании этой технологии и дальше? Не только на сегодняшнем занятии, потому что я вас об этом прошу и приглашаю, а использовать ее в своей дальнейшей жизни, даже когда меня не будет рядом с вами. Потому что, готовясь к экзаменам, вы очень часто или к занятиям, практическим, семинарам, вы часто оказываетесь перед необходимостью запомнить, пересказать большой объем информации. Ну, например, какие-то там параграфы, какие-то разделы книги. И это на самом деле бывает сложно, правда? Бог знает, сколько написано всякого всего. Так вот, вот эта технология семантического конспекта, она позволяет выбрать из текста самую важную информацию, затем ее ранжировать, затем ей придать удобную для вас форму, осмысленную, а затем вот те оставшиеся несколько строчек, которые вы для себя выпишете, запомнить и воспроизвести. То есть вам придется воспроизводить не весь текст, а всего несчастных 5 предложений. Нужно 5 предложений. У вас хватит-то силы, духу. Давайте попробуем. То есть это очень удобно и полезно будет для осмысления любой информации. Итак, я приглашаю вас почитать статью «Ровеснический детский сад». Пожалуйста. Девочки, сегодня мы будем с вами составлять портрет хорошего детского сада. Как вы думаете, почему дедушка называет свою мечту ровеснический детский сад? Вот вы теперь почитали текст, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Почему детский сад он называет ровесническим? Такой, о котором мечтает. Может, во времена, когда он ходил в детский сад, такой садик? Почему? Может быть, потому что все, кто приходит в этот детский сад, становятся ровесниками, и дети, и взрослые, они не будут зависеть от их биологического возраста. Умничка какая! Скажите, от чего это будет зависеть? От их настроения, психического возраста, как они себя чувствуют. А вот там у него даже есть вот это слово, это характеристика в конце, как это называется? Единение душ. Какие же вы умнички! Единение душ. Абсолютно правильно вы говорите, ровеснический детский сад, потому что все там ровесники и партнеры. Вот мы уже одну характеристику такого ровеснического детского сада мы уже сейчас назвали. Это единение душ. Найдите, пожалуйста, еще 4 другие характеристики в этом тексте. Единение душ. Еще 4 характеристики. Кто нашел? Вот тут вы говорите, что осмысленность занятий. Это самая главная характеристика. Вот вы сейчас читаете, тепло вам стало от представления о таком детском саде? Почему? Он какой? Вот кроме единения душ, что есть главным его признаком, что тут еще есть? Что ребенок ощущает? И ребенок взрослый ощущает в процессе. Взаимопомощь. Комфорт. Давайте назовем это слово. Это слово прекрасное, комфорт. Психологический и физический комфорт. Комфорт. Абсолютно правильно. Детям комфортно, и взрослым комфортно. Еще, что они получают здесь? Какую возможность получают в такой организации жизнедеятельности? Супер. Как это называется?
я открываю свой мир, я достаю из своих сундуков все, чем наполнила меня природа. Самовыражение, отлично, самовыражение. Что еще очень важное происходит в этом детском саду ввиду того, что ребенок постоянно занят какими-нибудь видами деятельности? Он развивается, то есть происходит его разностороннее развитие. Давайте себе запишем, правильно? Разностороннее развитие. Еще что-то очень-очень важное. Что-то такое важное. Еще найдите слово другое. Он ничем не стеснен. Вот. Он свободен. Он свободен. Свобода. Свобода. Но при этом свобода благостная, то есть хорошая в хорошем смысле слова. Не хаос, да, а свобода как возможность жить и действовать в соответствии со своими возможностями, желаниями, наклонностями и так далее. Итак, девчонки, вот мы сейчас с вами, благодаря хотя бы первому нашему взгляду на нашу замечательную статью, мы смогли с вами назвать 5 характеристик ровеснического детского сада. Единение душ, комфорт, психологически можно было бы добавить и, собственно, материально. Самовыражение, разностороннее развитие и свобода. Даже трудно сказать, какая из характеристик является важнее другой, да? Они все между собой теснейшим образом связаны. Ребенку комфортно, потому что он свободен. Потому что он свободен, он имеет возможность разносторонне развиваться. И, соответственно, через разностороннее развитие он самовыражается. Смотрите, как все связано, да? Давайте стрелочками это так и покажем. И главным условием в этом во всем, а комфорт, потому что единение душ. Психологический комфорт обеспечивается единением душ, стрелочку от первого ко второму. Второе, потому что. Третье. Четвертое. Третье, для того, чтобы случилось четвертое, и в четвертом происходит пятое. Вы видите, как все между собой связано. Мы с вами совершенно правильно определили сейчас самое важное, что должно быть в хорошем детском саде. А теперь мы переходим на второй этап в составлении семантического конспекта. Кстати, о птичках. Как вы думаете, что означает понятие семантический конспект? Ну-ка вообще конспект. Конспект это... Да, это короткая запись. Правильно? Конспект это короткая запись. Семантический конспект. Это какой конспект? Смысл. Это тот, который раскрывает смысл. Абсолютно правильно. Семантический конспект это не структурная, ну вот в хронологии или в структурной последовательности обозначает, что там есть. Да? А ты действительно стараешься передать смыслы, вложить смыслы вот в короткое изложение того, что есть. Мы сейчас попробуем и переходим с вами на второй этап. Я прошу еще раз внимательно посмотреть на текст и подчеркнуть в этом тексте, прямо аккуратненько берете, подчеркиваете 9 наиболее важных предложений. Кстати, эти предложения могут разрываться. То есть начало одного предложения может иметь продолжение в другом предложении. Понятно? Главное, 9 самых главных предложений. Подчеркивайте. Читайте и подчеркивайте. Так, девочки доделывают. А я у вас хочу спросить. Скажите, вот это вот прочтение отличалось от того прочтения, какое было первый раз? Да. Чем? Мы пытались найти ключевые слова. Да. Смысл. Ну, то, что именно важно
в этом абзаце, и то, что действительно легче запомнить, чем целый абзац. То есть прочитали абзац, мы нашли смысл, выделили главное. Да, главное. Вот, то есть сейчас это было осознанное, уже более осознанное, чем вы делали первый раз. Вы согласны? Вы тоже уже подчеркнули там все себе. 9 нашли? Девчонки, вы уже заканчиваете? Вот сейчас заканчивают, вы немножечко пока подождите и посмотрите нам все это. Вы тоже уже закончили? И вы осознали, что прочтение более, да, более конкретно, более детализировано. Девочки, а теперь я предлагаю вам перейти на этап вот такого обсуждения, а вы, а мы. Вот вы работали практически в парах, вот попробуйте сейчас друг дружке сказать, мы вот выбрали вот такую, а вы. А мы выбрали такую, а вы, а чего было такую, а вы такую. Ну, то есть, одним словом, обсудите, пожалуйста, что вы друг с дружкой, что вы выбрали. Обменяйтесь мнением. А вы какой? У вас три получилось, не страшно. Девчонки, у меня проблема, а минимум, это уже способ решения. Ребенок не только планирует игру, но и учитывает общие возможности. То есть можно согласовывать результаты с предпочтением и детей дается свобода выбора, а не то, что сложившие вместе лица. В принципе, мы одинаковы. Уже обменяли? Да. У вас получилось практически похоже, да? А различия в чем же они были? Ага. Ну как, вот можно объединить одно и другое? Да. Формулируя так мысль. Пожалуйста, поделитесь вашими ощущениями от второго этапа нашей работы. Вот вы сейчас обменялись мнениями. На каком этапе осмысления текста вы сейчас находитесь? А по сравнению с первым, с тем первым вариантом, который вы вот, ну, когда вы просто познакомились с этим текстом. Мы видели одно предложение, два смысла. Так, даже два смысла. Смотрите, вот девчонки выделили одно и то же предложение, но посмотрели, в смысле одну и ту же мысль, но посмотрели на нее по-разному. Один, скажите, пожалуйста. Ну, например, часто петь хором нужно. В детском саду. Ну, она, Алина выделила что то, нужно что нужно делать, а мы уже как следствие. А какое же следствие пения хором? Ну, легко адаптироваться в сложных жизненных ситуациях, поможет этим. Вот это поможет? Ну, не напрямую, прямо скажем, такая вот связь, не прямая связь, но интересно, как вы ее вот нашли, обнаружили. А у вас, девочки, вот ощущение от второй, а? У вас совпало. В основном вы выбрали правильно. А вот теперь я предлагаю вам перейти к третьему этапу. Итак, вы запомнили, как мы действовали? Первый раз мы прочли с вами просто текст. Второй раз мы попытались в этом тексте выделить 9 главных предложений. И я не попросила вас сейчас это озвучивать, потому что это идет внутренняя кухня вашей мыслительной работы. А сейчас мы переходим на третий этап. Я попрошу вас взять свои тетради и... переформулировав своими словами, записать эти 9 фраз, 9 наиболее важных предложений в вашу тетрадь. Каждый делает сам для себя. Даже если вы работаете с одним текстом, вдвоем работали, то сделайте это своими словами. Переформулируйте мысль своими словами. Вот есть удовлетворение от хорошо сделанной работы. Есть? Да. Сам, да? Вот сам постарался. Сейчас придется все переделывать. Я сейчас объясню. Девчонок немножко подожжу. Вот смотрите.
чем прелесть? Я, между прочим, нередко бывала в ситуации с детьми. Я ведь работаю с детьми. И вот нередко бывало в ситуации, когда мы с воспитателями вот тоже дадим детям задание, и они копошатся и делают свою работу сами, мы вот так стоим и говорим: смотри, а мы ведь им сейчас совсем не нужны. То есть они благополучно управляются без нас. Я смотрю сейчас просто со счастьем, профессиональным и радостью на вас, потому что мне очень радостно видеть, как вы сами себя делаете. Абсолютно без всякой моей помощи. Вам преподаватель не нужен, вы все делаете сами. И это самое замечательное из того, что вы можете для себя сделать. Нет, ну то есть преподаватель тоже нужен, но в данном случае вы просто молодцы, вы можете управиться и сами. Смотрите, девчонки, у нас сейчас есть 9 предложений. Вот вы поймете, как важно хорошо поработать, а не просто отписаться абы как. Вот поймете, когда мы дойдем до 2 генеральных позиций на нашем занятии. Сейчас у вас 9 предложений, которые вы собрали, вот те 9 главных мыслей, почерпнутых из вашей статьи. Сейчас я попрошу из 9 оставить только 5. Если у вас 5 и ранжировать их, выстроить от самого главного к менее главному, послушайте на минуточку, девчонки, если у вас какая-то мысль не помещается, подумайте, можно ли ее соединить с предыдущей? То есть можно ли какие-то 2 мысли объединить, чтобы все-таки получилось 5? Если вы оставляете все в неизменном виде, ну то есть в таком виде, в каком вы их сейчас записали, просто определите их последовательность. Те, которые вам не нужны, или закрасьте их цветом, или наоборот оставьте те, которые вы оставляете. Ранжируйте. Оставляем 5. И ранжирую. Получилось? А теперь внимание, внимание. Мы с вами сейчас будем выступать от имени любящего дедушки, любящей бабушки, любящей мамы, любящего папы, хорошей, профессионально умелой воспитательницы, которые говорят о том детском саде, в котором им приятно было бы работать или хотелось бы поместить своего ребенка. Вот сейчас внимательно посмотрите на 5 предложений, которые вы оставили. И, пожалуйста, не подглядывая тетради, оставляем на столе, выходите сюда и сообщайте о ваших намерениях относительно хорошего детского сада. Первоисточник мы все видели. С чего все начиналось, видели. Брехануть не получится, потому что все знают, что там должно быть. А вот теперь попробуйте, пожалуйста, а мы посмотрим, какая же, чья позиция, оформленная в 5 четких и конкретных предложений, какая будет наиболее убедительная. Мама. Так, пожалуйста. Ты говоришь, что я считаю для детского сада? Да, я мечтаю. Совсем скоро у меня будет ребенок. У нас будет ребенок. Дорогой, у нас будет ребенок. Совсем скоро в нашей семье появится ребенок. Я бы хотела, чтобы детский сад, который будет посещать мой ребенок, был построен так, чтобы дети сами осуществляли открытие вещей. Чтобы детей учили не механически запоминать, а учили именно самостоятельно открывать вещи и видеть мир своими глазами, а не глазами взрослого. Также я хочу, чтобы воспитатели учитывали то, что у моего ребенка совсем другой взгляд будет на мир, не такой, как у них, и это важно учитывать. Также я считаю, что моего ребенка нужно учить, если будут какие-то проблемы, учить высказывать свое мнение, уметь слушать, не только говорить, но и слушать других людей, и уметь адаптироваться к различным сложным ситуациям. Ну и главным принципом, что было в детском саде, это единение душ. То есть, чтобы это моему ребенку в садике было комфортно, и чтобы он смог раскрыться полностью. Раскрыться и реализовать себя. Реализовать, так отлично. Ну, вот давайте похлопаем это. Погодите, ну вот скажите о своих ощущениях.
Ну, я действительно представила себя будущей мамой, и я действительно хотела, чтобы такой садик был. А не традиционный, как сейчас. Просто действительно хочется, чтобы такое, чтобы будущий воспитатель, чтобы мы, как будущие воспитатели, это учитывали. И... Супер! Супер! Спасибо вам большое! Так, кто желает? Конечно, желаю. Конечно, желаю. Я вижу по вашим глазам, как вы желаете. Идите сюда, вы нам расскажете о своих мечтах от имени ребенка. Скоро я пойду в детский сад. Ну, гляньте, какая. Ну, разве не пойдет скоро в детский сад? Конечно, пойдет. Мы даже знаем, когда. Мы даже знаем, когда. Совсем скоро. Скоро я пойду в детский сад. Мне бы очень хотелось, чтобы меня окружали воспитатели, которые бы меня умели слушать, для того, чтобы я могла высказать свое мнение и не бояться, что меня не поймут. Также бы я хотела, чтобы меня окружали дети, которые также со мной взаимодействовали и сотрудничали, для того, чтобы, когда я захотела у них что-то спросить или попросить о помощи, они всегда бы мне помогли. Так бы я еще бы хотела, чтобы у нас было много-много праздников, чтобы приходили родители, мои бабушка с дедушкой, для того, чтобы они играли вместе со мной, чтобы они были не просто зрителями, а участниками всего процесса, чтобы взаимодействовали и играли со всеми детьми. И пятое, да, уже? И также мне последнее, что мне хотелось бы, это чтобы детский сад всегда был открыт и всегда оставался детским садом, но не более каким-то высшим учебным заведением, для того, чтобы в детском саду дети в первую очередь играли, чтобы я играла, а не занималась наукой и изучением каких-либо там цифр или чтение каких-то непонятных сказок, чтобы все было на уровне детей и все было ясно и понятно, чтобы мне не приходилось чувствовать себя какой-то неправильной, что я чего-то не понимаю. Мне всего лишь 5 лет, и я бы хотела, чтобы мир был проще и смотрел на, не смотрел злыми глазами, а чтобы все было по-доброму, наивно и по-детски. Ваши ощущения? Хочется в такой детский сад. Хочется, да? Да. Спасибо вам большое. Так. А теперь к нам пойдет бабушка. Очень хорошая бабушка. Пожалуйста, не надо отводить от меня глаз. Идите, бабушка, сюда. Расскажите, о каком саде для своего внука, внука или внучки вы мечтаете? Положу свою тросточку. Да ладно. Чтобы он был в группе один. Ну, так как я заботливая бабушка, очень мудрая, уже состоявшаяся в жизни, я хочу, чтобы мой внук, когда пришел в детский сад, чтобы воспитатели на занятиях и вообще в повседневной жизни все систематизировали и учили детей находить в общем что-то конкретное и устанавливать между предметами и объектами связи. Потому что иногда в нашей жизни очень много хаоса, и в этом надо уметь разбираться и все раскладывать на свои места и полочки. Второе, я бы хотела, чтобы мой внук учитывал и наполнял свою жизнь все больше и больше опытом, и чтобы он учитывал опыт других людей и не наступал на те же грабли 300 миллионов раз. Следующее, чтобы он был гибким и умел приспосабливаться и легко адаптироваться к сложным жизненным ситуациям. И хотелось бы, чтобы было больше трудностей и проблемных ситуаций в детском саду, конечно, несерьезных, да, доступных для детей. И чтобы он дальше в жизни умел с этим справляться. И, конечно же, я бы хотела, чтобы воспитатели не оценивали все работы моего внука, а учили воспринимать труд и какие-то художественные работы не черное и красное, потому что между черным и красным есть еще другой спектр оттенков. И ценить вот именно то другое и быть внимательным. Спасибо. Спасибо. Девушки, я хочу обратить ваше внимание
Мне все три выступления очень понравились. Прекрасна была искренняя совершенно мама. Чудесный был ребенок, который мечтал. Очень такая определенная в своих ожиданиях бабушка. В общем, это было замечательно. Но я хочу, чтобы вы... Хочу обратить внимание и всех присутствующих, что и вас самих, вот смотрите, что происходит. Вы все, в принципе, должны сейчас отталкиваться от того текста, с которым вы так долго работали. Но смотрите, каждый из вас привносит туда свое собственное видение, вы видите? То есть вы уже отошли дальше. Вот для воспитательницы, которая сейчас будет выступать перед вами, я думаю, что важно будет хоть немножечко вернуться или так воспроизвести структуру. То есть те элементы детского сада, которые там должны быть. У нас в нашем тексте эти элементы названы. Вот сейчас мы послушаем с вами воспитательницу, которая мечтает работать в очень хорошем детском саду. Я знаю такую одну. По крайней мере, одну знаю. Ну, хотелось бы представить такой детский сад, в котором будет хорошо не только... Не хотелось бы, я хочу работать. Я хочу работать в таком детском саду, в котором будет хорошо всем. И работникам детского сада, и детям, и ихним родителям. В первую очередь хотелось бы сказать о том, что открытие должны делать сами дети. Ведь радость открытия, она дарит всегда очень положительные эмоции. И я думаю, что не всегда следует использовать тексты художественных произведений как элементы нравоучительности. Можно просто позволить детям насладиться этими текстами. Также хотелось бы, чтобы дети не механически усваивали знания, а с помощью примеров, с помощью логических и творческих заданий могли усвоить их и сразу же применять их на практике. Также хотелось бы, чтобы в оценивании детских работ воспитатель не принимал участие, он только подталкивал детей, чтобы дети не критиковали друг друга и не соревновались, а чтобы они в каждой работе видели что-то хорошее и положительное. Это поможет детям во всем видеть только хорошие стороны. Также я бы уделяла очень много внимания детским праздникам, потому что это праздники, это всегда детство, и хотелось бы, чтобы родители, придя на праздники к детям, принимали в них активное участие и тоже становились с ними детьми, и во всем была гармония. Супер. Погодите. Мне все понравилось, кроме одного. Мне хотелось бы, скажите, я буду такой воспитательницей, которая? Я буду такой воспитательницей, которая сможет все это реализовать на практике. Реализовать на практике, супер. Супер. Кто-то из вас хотел бы еще? Или теперь достаточно? Я думаю, достаточно, правда? Вот поделитесь, пожалуйста, вашими ощущениями от вашей работы с текстом. Это еще не финиш. Вот скажите, пожалуйста, ваше. Это было очень интересно для нас, так как это облегчило нам восприятие данного текста, помогло нам его разбить на мелкие детали, и из этих мелких деталей уже вытянуть ту суть, то главное, что поможет нам, допустим, в дальнейшей жизни, то, что нам нужно взять для себя, и с этим идти по жизни. Вот смотрите, как получилось, девчонки. Вот вы не получили информацию в готовом виде, а с ней достаточно напряженно работали на протяжении пары. Но я хочу просто обратить ваше внимание на то, что и у вас, и у меня осталось ощущение хорошо выполненного дела. Вот я не знаю, как, удовольствие от того, что мы делали. Правда? Вот, правда же? Да. Это очень здорово. И поэтому следующим номером нашей программы будет символическое обозначение структурных элементов нашего текста. Символическое обозначение. Итак, хороший детский сад.
Если вы внимательно посмотрите на текст, то вы там увидите структурные элементы этого текста. Например, про игры. Дети. Дальше. Про речь. Дальше. Про пение хором. Поняли, да? Вот тут есть структурные элементы. Мы сейчас с вами отдельно в столбик такой. Хотите в столбик, хотите в ромашечку. Вот в такую ромашечку мы с вами вот так вот напишем. Игра. Или игры. Игры. Пение. Хоровое. Хоровое. И так далее. Вы вот это вот напишите так. Или можете домиком, или как вы захотите. Но возле каждого элемента структурного поставьте, пожалуйста, какой-то символический знак. Вы можете обсудить эти символы друг с другом. Пусть у вас останется образ хорошего детского сада. Вот эти символические знаки и сама по себе решеточка, которую вы сделали, она позволит вам еще раз вернуться и лучше усвоить структуру самого текста. Итак, ну, пожалуйста, давайте сейчас обменяемся. Какие же интересные символические знаки вы придумали для структурных элементов хорошего детского сада? Пожалуйста, игра у вас. Одна стрелочка вниз, а вторая стрелочка вверх. Потому что? Потому что как подвижную игру изображает. Она изображает просто активность детей, да? А у вас? Я нарисовала мячик, кегли и скакалку. Супер. А вы? Мячик тоже. Тоже мячик. А у вас? У меня стрелочки вот так и, ну, как образы детей, что взаимодействие детей. Взаимодействие. У вас? Кубики. Кубики. Тоже геометрические фигуры. Геометрические фигуры. А у вас? Кубики. Так. А здесь? Дети взаимодействуют. Дети взаимодействуют. А у вас? Кубик, шар и конус. Так. Мячик. Мячик. Кубик. К другому. То есть мы использовали с вами средства, с чем играют дети, и использовали изображение самих детей как участников этой игры. Хорошо, речь. Язык грубый, свое разное мировоззрение, поэтому нарисовала землю. Землю. Ну, то есть так. Каждый ребенок – космос, да? Или вселенная. Ну. Хорошо, дальше. У вас я речь. Не нарисовала, не сумела. Губы у вас? Язык и губы. Так, у вас? Ну, тоже как губы изображение. У вас? У вас, девчонки? Рот, да? И динамик. Так. Рот, на там. Да. Вот. Рот. Так. Рыба. Видите, у вас ассоциация такая. Так, у вас, девчонки? Рука и волны. И у меня волны. У меня рот и хвост. И хвылястые линии. Смотрите, мы большинство из вас изобразили аппарат, речевой аппарат. Ну, смотрите, среди нас есть очень интересный товарищ, который вот рассматривает речь как способ, средство выражения сущности человеческой. Я вас очень благодарю. Хотя все девчонки молодцы, здорово вы придумали эти символы. Дальше, следующий символ это хоровое пение. Скрипичный ключ у вас. Так. У вас что? Фортепиано. У вас нотки. А у вас, девчонки? Скрипичный ключ. А у вас? Я вообще пошла не туда. А ну рассказывайте, что там у вас. Тут написано как адаптация. У меня человек как под зонтом адаптируется от внешней среды. Под влияние. О, как интересно. Вы рассматриваете хоровое пение просто. Вот вы именно в этом смысле, да? Как средство адаптации. У вас, девчонки? И палочка дирижера. Вот это вот мне очень нравится про палочку дирижера. Еще. Несколько детей, которые поют вместе. Много детей. Так, а у вас? Которые поют вместе. Смотрите, мы изобразили, в принципе, отразили суть хорового пения. Некоторые отнесли хоровое пение, рассматривают как элемент ознакомления, приближения детей к искусству. Некоторые рассматривают его как средство адаптации к миру, а некоторые как вот способ организованного взаимодействия детей. Занятия. Что там вы на занятия придумали? Парту. Парту. Сундук и рядом ключ. Супер. Сундук и рядом ключ.
А у вас? Нет, цифры. Так, хорошо, а у вас? Дети. Группа детей. Так. Группа детей, которые взаимодействуют. Взаимодействуют. У вас, девчонки? Две стрелочки навстречу друг другу. Так, у вас? Доска. Доска, варта. Дидактические картинки у вас? Воспитательница читает книгу, ребенок. Не, символические изображения, а целая картинка, да? Целая смысловая такая картинка. Ну что? В общем-то, по сути, правильно. Смотрите, у нас есть где заниматься, есть с кем заниматься и есть чем заниматься. Очень даже все замечательно получается. Что там у нас дальше? Грамотность. У нас восклицательный знак. Восклицательный знак. Большая. То есть это очень важно. Так. Большая буква А. Отлично. Будь грамотным. Не, не возможно. Потому что ребенок должен анализировать все, пропускать их в свою жизнь. Супер. Супер. У меня написано корова неправильно и зачеркнута неправильная буква сверху написана. Ну какая учительница? Прямо она сразу все исправляет. Ну что, девчонки, мне очень нравится. Мне нравится. Так, что там у нас еще остается? Праздники. А праздники? Шарики. У всех шарики. Хотите, прям выйдите, я вам разрешаю купить по одному шарику. И будете радоваться. Так, ну, у всех, да? Хлопушка еще. Хлопушка и шарик. А у вас шарик. Чтение. Книга. И ребенок. И опять очки. Потому что книга является способом посмотреть на мир другими глазами. Да? Открывать мир другими глазами. Все? Все у нас там? Что еще? Английский язык. Я нарисовала корабль. Корабль? Так, супер. А это у нас Биг Бен. Слово на английском, а у вас? Английские буквы. Так. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Я думаю, теперь мы с вами будем держать постоянно в голове, когда подумаем о хорошем детском саде, все эти элементы будут у нас вместе. Я благодарю вас за это. И последним номером нашей программы будет Цимпрель. Теперь-то вы уже спецы в том, что такое хороший детский сад. Хороший детский сад. В смысле детский сад. Какой? Такой, такой, такой. Что делает, что делает, что делает. Предложение о детском саде. И, наконец, это мой будет. И, наконец, слово, которое является ассоциацией, синонимом детского сада. Вперед. Синклин. Да. Первое слово. Детский сад. Первое словосочетание. Детский сад. Два слова определения. Какой? Такой, такой. Три слова, глаголы. Что делает этот детский? Что можно делать с детьми в этом детском саду или чему он способствует? Дальше предложение, выражающее его суть. И, наконец, синоним или символ. Супер. Уже есть те, кто справился с заданием. Пожалуйста. Детский сад. Веселый, счастливый, воспитывает, обучает, развивает. Тут начинается счастье, первая ступень. Супер. У вас? Ну, у меня дружественный, свободоуважающий. Учит жизненным законам, дает опыт, дарит радость. Ну, это остров веселья, детства и умиротворенности. Ну, синоним – это очаг счастья. Угу. Девчонки, Синпи – это белые стихи. Их следует читать без всякого «ну», а как стихи. Красивенько. Вот первый у нас получилось, у вас шикарные совершенно там слова, но я прошу просто читать это все именно как стихотворение. Готовы? Да. Пожалуйста.
Детский сад комфортный и гостеприимный, учит, развивает, формирует. Весь педагогический коллектив должны быть участниками, а не зрителями и семья. Ну, родила предложение. А ну-ка, какой... Все класс, все просто замечательно, только предложение сократи. Чуть-чуть, вот подумайте, как немножечко сократить предложение, чтобы оно вписалось в нашу поэтическую форму. Пожалуйста. Детский сад душевно развивающий, обучает, развивает, воспитывает. В детском саду все ровесники, главное не физиологический возраст, а состояние души. Последнее развивает. Так, отлично. Давайте вот это вот, если вы не возражаете, уберем, оставим просто в детском саду все ровесники. И последнее слово. Развивает. Развивает. Так, а нужен нам не глагол, нужно существительное. Подумайте над последним словом. Ну, девчонки, кто хочет еще? Давайте. Детский сад. Счастье, комфорт. Дает возможность творить, развиваться, учить. Детский сад. Счастье для ребенка. Родной дом. Отлично. А у вас? Детский сад веселый, ласковый, яркий, учит, воспитывает, радует. Детский сад – это сад различных цветов и символ гармонии. Если ребенок цветочек, то, конечно, целый сад различных цветов. Ну, детский сад современный, комфортный, развивает, учит, воспитывает, формирует личность. Это даже и второй дом. Спасибо вам большое. Остался кто-то, кто не прочел свое стихотворение? Если вам нужно будет, кстати, дети тоже способны создавать синквейны, их можно еще иллюстрировать, поэтому запомните, пожалуйста, саму эту поэтическую форму синквейна, и, может быть, когда-то вы сможете ее использовать в другом назначении. Я благодарю вас за сегодняшнюю работу на занятии, потому что не было ни одного человека, который бы валял дурака или вообще был бы просто пассивным. Я думаю, что мы провели с вами очень полезно. Сегодняшний день и наши занятия были достаточно продуктивны. Что вы на это скажете? Да. Я сама себя похвалила? А если вы думаете иначе, то думайте иначе. Нет, нормально на самом деле. Очень понравилось. Очень понравилось.